Как правильно такую? Это под для чего сделан разрез? Для того, чтобы ты держишь палец? Вот правильно берешь вот так вот плитку и кисточки. Кисточек должно быть много. Почему? Потому что каждый цвет своя кисточка. Поэтому художник 5-6 кисточек одновременно. Потому что кисточки мы не моем, как в акварели, а просто берем нужный цвет, нужной кисточкой. Я поняла. Мы тебя будем учить рисовать. Меня будем? Да, только вынь руки из кармана. А то ты как сявка. Почему как? Меня рисовать, я как-то... Как ты относишься к такой идее? Ну, не знаю. Как она называется? Что-что?